Девочки мои рукодельницы, я достаточно часто беру вещи для ремонта, апгрейда или восстановления. Мне нравится этим заниматься, и вот в данном случае мне принесли блузу. Блуза любимейшая у моей клиентки, и она хочет продолжить носить эту блузу, однако есть маленький нюанс. Манжет по нижней части комфортен по руке, а вот в верхней части очень сильно давит руку и хочется раздвинуть в этом месте сантиметра на 2. Что можно предложить в данном варианте? Совершенно очевидно, хочется манжет в этой верхней части расставить. Отрезать или надставить из этой же ткани невозможно. Я нашла в своих запасах вот такой вот черный шелк. Притом лицевая сторона у него вот такая вот с рисунком. Однако я ее буду делать внутри и снаружи. Этот шелк, он хорошо подойдет под рисунок вот этих вот шаров на блузе. И планирую сделать здесь вставочку. Сейчас покажу, как это все будет выглядеть. Уже притачала со стороны, где были пуговки, вставочку. Швы разутюжила. И сейчас буду оформлять линию. Косую линию вот в этой вот части. Вот посмотрите, я наметила уже здесь пуговку, будет выглядеть вот так. Черную вставочку практически не будет видно, однако манжет достаточно сильно увеличится в ширине. Сейчас я отрежу лишнее, обтачаю манжет, распределю сборку по всей новой длине манжета и соберу обратно рукав. И вот итоговый результат, что у меня получилось. Манжет сам по себе, можно сказать, неправильной формы. Однако, благодаря этой вставке получилось расширить манжет. Вставку совершенно не видно. Выглядывает просто краешек, как будто элемент принта. И я уверена, что уже будет во много раз комфортнее носить эту блузу. Пишите в комментариях, было ли полезно делиться ли с вами подобной информацией в дальнейшем.